Эти несколько строений у сквера не раз и не два попадали в объективы фотоаппаратов, кино и телекамер, в том числе и ТРК «Сигма». Чему тут удивляться? У каждого из этих зданий своя история, иногда с горьким привкусом беды. Самое старинное из них – дом адвоката Юрьева. Имя владельца получило известность благодаря доценту, кандидату технических наук Сергею Сергеевичу Данилову. Построен дом не позднее 1900 года. В номере газеты «Мариупольский справочный листок» за 11 августа 1900 года сообщалось: «Редакция и контора помещаются на Екатерининской улице в доме Юрьева». Позже в первом этаже этого дома находился кинотеатр «20 век». В советское время, во всяком случае, в 1922 году здесь находился детский дом имени Леккерта. В стенах этого здания летом 1922 года был создан первый в Мариуполе пионерский отряд. 10 июля 1934 года был образован Народный комиссариат внутренних дел НКВД. Вскоре представительство этой организации в Мариуполе разместилось в доме, принадлежавшем некогда адвокату Юрьеву. Прошло не так уж много времени, и по городу поползли слухи, мол, в доме этом есть только один выход – выход на тот свет. Эта часть проспекта Мира была ранее занята Александровским садом, наряду со сквером, излюбленным местом отдыха горожан. Но в начале 30-х годов на месте Александровского сада начали строить пятиэтажные жилые дома. Сначала 45-й, а затем 43-й дом. В 45-й дом поселили рабочих и служащих коксохимзавода, а в 43-й – работников завода «Азовсталь». На противоположной стороне проспекта были снесены здания дореволюционной постройки, чтобы освободить место для Дворца пионеров и октябрят. Дворец был построен за сравнительно короткий срок и весной 1937 года был открыт. Известно, что в его стенах дети приобщались к науке и техническому творчеству. Дети ставили спектакли, были артистами ансамбля песни и пляски и юнатами. И занимались в кружке юных художников. Участники кружка юных художников Лель Кузьминков и Валентин Константинов, а также Григорий Галкин стали профессиональными художниками. Георгий Коротков, будучи инженером, посвятил досуг резьбе по дереву и достиг успеха в этом деле. Геннадий Молонов, ветеран Второй мировой войны, ученый-металлург, и Анатолий Кирицев, доцент, кандидат технических наук, сохранили любовь
к изобразительному искусству на всю жизнь. Все было перечеркнуто вероломным нападением на Советский Союз и оккупацией Мариуполя войсками фашистской Германии. 8 октября 1941 года немецкие войска захватили Мариуполь. Достоверных сведений о том, что было во Дворце пионеров в период оккупации, нет. Дома 43 и 45 были заняты оккупантами. В городели НКВД, в бывшем доме, разместилась гестапо. Жертвами этой организации стали тысячи ни в чем не повинных мариупольцев. Оккупационный режим в Мариуполе продолжался 2 года без 1 месяца. Немецкое командование, сознавая возможность окружения Мариуполя, отдало приказ об отводе частей вермахта и сателлитов Германии в западном направлении. В городе осталась небольшая команда полевой жандармерии, которая 8 сентября 1943 года приступила к сожжению города. Огню были преданы дома от 2 этажей и выше, школы, театр и кинотеатры, другие общественные здания, в том числе Дворец пионеров и Октябрят. Да, он был сожжен, а не взорван, как иногда можно встретить в некоторых публикациях. Немецкая фотография. 4 фонарных столба у входа в сквер. Их использовали для устройства виселиц. На них были повешены пойманные поджигатели. Митинг перед казнью. Но Мариуполь восстал из пепла. В 50-х годах прошлого века на месте Дворца пионеров был построен многоквартирный дом. Его адрес – проспект Мира, 42. Фотографии этого дома 50-х годов. Кстати, дом адвоката Юрьева был изначально 2-этажным. Это хорошо видно на снимках его стен, оставшихся после пожара. Третий этаж был надстроен после войны. Сейчас идет реставрация здешних зданий. Быть может, дойдут руки и до дома Юрьева. Хотелось бы более подробно поговорить о Дворце пионеров и о домах азовстальцев, и коксохимиков, о других строениях, да экранного времени не хватает.